Всем привет, дорогие друзья, с вами Рикард. Вот, в общем, мы немного пробежались с моим другом Вадиком. Да, вот просто немного у нас небольшие проблемы вышли, поэтому нам пришлось прекратить съемку, но мы еще продолжим уже. Вон с тобой выходят. Так, тут вроде никого. Так, давайте все. Книга. Обокрыл. Обокрасть, наверное. Выйти на улицу. Вроде никто не идет пока. Ой, там нет, там русский блин. А, это русский. Никого. Не буду менять это, потому что не здоровье к нам, там полное представление. Собака появилась. Я не заметил. Откуда она здесь лежала, что ли? Надеюсь, сейчас за убийство не сосчитали. Ну, хотя я и так мало здесь убийств совершил. Поэтому на концовку... Вон они. Собака в лесу. Отлично. Еще тут есть. Так, у нас уже все, да? Ладно, все, ладно. Понизочки. Отличненько. Так. Так, что у нас здесь? Ты, одни болты, а? Руны, руны, руны. Вон там кто-то. Не знаю, нет. Так, пожалуйста, тот, который быстрее душит. Ну ладно, просто так, не будем это убивать. Так, вот это, так, что здесь еще есть? Опять этот зеленый эликсир. Кто же там? Ну, это вот дырка. Ну, чувак там где стоял только что. Кафе. Понял, это. Ох, что-то не упал. Но мы туда не пойдем сейчас. Потому что это там уже конец уровня, а мы еще тут много чего собрать нужно. Крысы. Если бы их было много, они бы мне кусали. Ты там что-то уйдешь? Какого лешего, мать? Не иди сюда. Сюда идет? Когда же они
Probably right. Они не слышали стекомых, у меня такой амулет здесь, чтобы они не слышали. Я заходим. Они не видят. Что вы сделаете? Как бы они их сбавили? Давайте, валите сюда, правильно. Я закрою вам здесь, вы не закройте. Так, проверим. Все нормально. Да, вот снимаю. Просто я боюсь, что мы не снимали. У меня лишь лага, я говорю, у меня запись может слетать, когда я на большом экране играю. Наконец-то. Кто меня так заколебали? Все, теперь идем к дому. Так. Вот сюда давай. Так, мы забыли. А цель игры какая? Надо найти что-то или нет? Здесь и по уровням. Просто на каждом уровне много чего есть. Вон. С собакой ходит. Посмотрим. Ой. Может, другой вход есть. Что, нашли тебя? Он отливал. Заметил. Ай, тут закрыто! Окей, в этом мы были. Вон там сколько собак-то. Четыре? Да как он так, они наверх не смотрят. Ты надо же как-то уходить. Я профессионал, я дверь как открыл. Какого он не будет делать? Серьезно? Они сюда же не зашли. Тебе надо уходить. Так, пару. О, они начали. Там на крыше один, там один на крыше, я забыл про него. Что надо как-то? Вон на крыше, видишь? Его не я их не убиваю. Я хочу хорошую концовку. When I find you, it's going to be bad. Да ты когда меня потеряешь? I know you're here. Ты знаешь, что ты здесь. Check under everything. Я в него попал!
We cannot doubt the effectiveness of Holger's device, or the mathematical beauty of the music itself. We've seen it in action against the forbidden practices too many times to deny it. But the question no one wishes to ask is the incantation itself black magic? The boxes are priceless, but what's inside? Вон один на крыше. Он так, так. Яра. Зашел что ли сюда? Так, вроде. Так, могу сюда, да, могу. Посмотрим. Но мне усыпляющие болты нужны, а не обычные. Чего так их много? Мне не нужны такие болты. Всё, теперь вольно. Всё, ребят, мы проверим, снимаем ли мы или нет. Всё, ребят, мы продолжаем. Так. Где-то здесь должны быть люди, которые вот один. Наверх его. Чтобы не заметили. Стоп, я хочу проверить, что у меня там с улучшениями. Не-не-не, сколько у меня было? А, одна. Ладно, чтобы качать потом. Ну, не жди времени. Так, там всё-таки на нуле. На сердце? Да, сердце. Кого? Кита. Блин, забыл про эту фигню-то, лохануто жестко вообще. Что это? Да, растяжка, вижу. Еда для волкодава. Да. Да, они едят, они. Их тут много. Вот на них там мы сейчас и потратим. Вот это. Так вот. Почему не срабатывает, если я поставлю? А, ну вот поставил. Значит, не сделаем так. Вот, видишь? Это было жестоко. Эй, вот как назло! Еще и меня задело. Все, вас слишком мало. Вы меня не следите. О нет, едят. Че, теперь вас не так много, твари. Так. О, амулеты. Так, мы с вами здоровье не увеличим, врага помощи, потому что, ладно, тогда дух, ой, ребят,
Вот так. Мы валим. Да ты... Да. И все, валим оттуда. Так, где-то тут люди есть, они кот от сейфа разрушают. Вон один. Есть. Вон один. На голову-то зачем он? Серьезно, он меня потерял на несколько секунд? Это, ну, когда я первый раз проходил игру, я ее проходил очень много раз. Ты. Не очень. Закрыть. От заднего двора. И положи его на месте, да? All witches must burn. Bertolt, don't let them take me. I swear I've done nothing wrong. Silence your lying tongue, foul witch. Guards, to me. You're gonna bleed, damn you. Yeah. Bertolt. Вы чё? Что на девушку полезли? Нет. Она могла ключ сказать мне от сейфа. Вы, подонки, тупые. Бомба. И что? Египетский понос. Ну что делать? Она мне ключ могла сказать. А я, не... а я сохранил давно уже. И что делать? Что делать? А, я вспомню, другого. Другой способ. Мы же читали, там в столовке есть. Короче. Так. Заметки. Книг, записки. Что взрывающая прошлая ночь. Мы скучаем обучение. Тайник. Тайник. Так, он тебе. Ты все погнала. А, нет, это мы я читал другой по рот. Ну, извините. Ну что, дрожь собаки. Предупреждение. Вы даже где он не знаю. Что? Прошлая ночь. Что тут? Где? Прошлой ночью ночью я до сих пор стою на жаке. Где те? На моей жизни. Я видел, которого зовут Шарманка. Кэмпбелл. Сегодня с ним не явился. Какой-то чувак. Тайник, обучение. Они ее убили. На этом где-то. Никого нету. Они бы мне сказали, а я сейчас не могу в письме найти. Ну вам, чтобы вы не подумали, что я это, типа, узнал это. Ну, типа, я это в интернете посмотрел. Я просто знаю, что такое Эмили, она есть как бы в DLC, его еще одна. Просто я знаю пароль, да где надо его найти как-то, чтобы вы знали, как он, где-то в записках должен быть, который мы в столовке, помните, были там, столы какие там, еще волкодав на нас, откуда ни возьми взял. Вот, там пароль, короче, должен быть записан быть в записке. А записку мы забрали оттуда. И сейчас она где-то у нас, я не могу понять. Так, не понимаю. Сейчас еще раз посмотрим. Найду, скажу вам. Короче, ребята, я не могу найти. Давайте вернемся, может, в эту столовку.
Может, я не взял это письмо, но пошли посмотрим. Вообще далеко ты пахнет. Чем не телепортируйся, а перемещай. Давай. Вот. Задел меня проволоку. Так. Мы идем. Опа, собака. Отлично. Ну там, где надо, я сейчас проверю с кем. Все, ребят, мы продолжаем, как я рассказ начинает от сумку на лагерь. Упано. Вот оно! Египетский понос! Изменение кода. 203. Ну теперь бегом. А где пароль? Ой, где это? Не забыл. Я не помню, где сесть. Ой. Так. Ой. Ладно. Пойдем, знаешь, что проверим. Что-то проверим. Не, не там. Опа, да, что-то взорвалось. Что там взорвался? Ничего, вдруг взорвался. Вон один. Ха-ха, видели, сколько их. Их там до хрена. Да. Может, в этом здании? Я честно забыл. Вот это вообще ПЛ. Соседний сам был. Ну, цепляемся дурочком. А у меня не закончилось. Да? Нет, это не там. Он такой слепой, у меня не вижу. Так, пошли выстрелить на свой уровень. Сейчас, она, вот дверь надо открыть. Опа-на. Они вообще слепые. Они на сними. Мы перед самым носом стоим. Вот здесь, под нами. Опа-на. Так, да вы чё такие? Какой мужчина. Здесь, в конце города. Опа. Может, да вы чё носитесь, вас? We'll find him. Блин, а... Я, блин, замочил ещё столько стражника. Наверное, ещё высокий уровень этот. Всего трое. Одна... Давай, уходи. Там только тело. Keep your eyes open. When I find you, it's going to be bad. Okay, he got away. Давай его на крышу. Все, поплевай. Зайти. Е, выступающие дротики. Ох, как 50 монет. Все, валим. И сколько выступающих дротиков? Два. Все, наконец-то я могу тут валить нахер. Теперь
Сейчас проверим опять. Мы продолжаем. Так. Сохранить. Немного спутница. Вот это. Почему это раньше? Эй, Корвал. Чё куришь? Это Сэмюэл. Такой хороший чувак, а курит. Ты чё, и старый? Фу, блядь. Такая-то он такой длинная. Ладно, погнали. Я слыхал, что Крамбл купался в роскоши, может это и не его ума дело, но человек веры не должен жить как барон. Ну что, отправляемся? Да. Все, валим отсюда, нафиг, все, наконец-то. Мы член, мог бы прийти и отцом. Есть, хаос в мире низкий. Да, я убил всего 4 человека. И на твоих глазах только 2. Было сигнал в тревоге 3. Ну ладно. Так. Наложил на кого клеймо Редикс. Спас капитана Карнос. Спас стареющего Грифа. Отравил банду Полфул Стрит по просьбе старой ветоши. Там еще про сейфы написано. Нашел святилище чужого. Картину Соколова. Руну. Костяной амулет. И почти все монет собрал. Че? Че? Спас капитана Карну. И сказал. Из этого всего ты ничего это не видел. Это было в предыдущей серии. Ну, в предыдущих сериях. Потому что я это делал не только в предыдущей. Ну, понятно. Ладно, продолжить. Так, ну давай. Еще немного. Быстро. Сейчас еще парочку тут не пройдем. Ну, уровень мы, наверное, следующий не будем запускать. Адмирал Хэвлок и Лорд Пендлтон во дворе, думаю, они собираются вас чествовать. Просто тут между уровнем сейчас будет пикник. О, Калистка нас ждет. Это и Карноу, это ее дядя. Ему сейчас от нее сотку получим. А, это у них учение там. Он жив, спасибо, Корвал, спасибо, мой дядя хороший человек, он непременно это докажет. Да знаю я. Я знаю, вы сделали это из добрых побуждений, но я хочу наградить вам. Это фамилия драгоценности, я получу ее отсюда. Ага, что именно? 100 монет это, да? Это фамильная ценность, да? Реально, привет. Sailors tell tales of monsters far out to sea. Yes. Hopefully the High Overseer is the first... You did it. Бухать еще будет. Корва, невероятно, но ты победил Камбала, я знаю, что ты наш человек, без верховного зрителя власть, лорда Кинни, да пошатница, просигнется, кроме того, ты вернул. На Марте ты лучшего стратегия из ныне живущих, взял, бухнул немного. Лорд Рейгин должен быть, что он не уложил страха. Да, и не стоит забывать про дневник Камбала. Надеюсь, мы расшифруем его и выясним, где находится имя колдуни. Вся наша затея гроша ломаного не стоит. Ах ты куряга, чё один? Я как курица хапать. Заколебали, все курят тут. Уроды. Нельзя так. Как он так голову взял? Надо действовать быстро, уверен, что лорд Рейгин где-то прячет Эмили. Он не ждет удобного момента, чтобы перебить ее, чтобы сыграть роль главного спасителя, впрочем, свои позиции. Если он не предъявит юную леди в гостинице, где аристократов, начнется война за трон. Да, время работы, но ты заслужил право на отдых, мы разводим дневник, вернем кризис, расскажем, что у нас случилось. Да не трогай ничего. Так, стоп, позже. Я пока посмотрю, что у нас тут есть. Руна. Точно, я эту руну-то не собрал тогда. Хорошо, что я сейчас не завершил уровень. Я бы руну целую прокрал. О, вот это я лоханулся. Поплывем. Ай, рыбы кусают. Фу. Так, давайте-ка мы улучшим. Улучшим из гипрони. Так, Так, теперь мы берем вот это. Где? Вот она. Сгибалка. Так, поставим ее на что? Давайте на 5. Дальше вот это мы поставим на 6. И вот это на 7. Мы можем не усилиться, если бы я все время прокачал. И добыть спокойно отсюда. Ну, жги премию, мне кажется, полезно. В данном случае.
Мы вот там, блин, мы же скоро там будем. Ну, прямо у сейчас. Когда спальзер, ну, ух ты, не то. Валя, мы тут. Не запомнили. Все, погнали. А, сначала у этого купим. Где ты? Ты больной ублюдок, вот. My, there is some... Can I be of service to you? Да ничем ты не можешь мне помочь, потому что больной придурок. Вот я еще дротики. Ой, давайте его не купим. Так, дальнобойный пересадка, боевой исключительно изловенно. Что еще есть? Запас костяных. О, у тебя дохрена монет. Угу. Так, запас пуль, оптика дамасит. Ну ладно, давайте оптику купим. Все вроде. Так, скрещен. Этого не надо. Все вроде. Это здесь я не буду ничего. Так, а здесь. Ну давайте бальзамы купим недостающих. И все, мы даже на следующей миссии можем. Мы уже все закупили на следующей миссии. Привет. The Admiral was right in recruiting you. Ну, я взял, да, согласен, мне времени, потому что я сам крутой чувак. Привет, Сесилия, Уоллес. Сесилия. Давайте здесь походим, короче, посмотрим, что у нас тут есть. О, деньги, деньги. Все разбили нафиг. О, дружок. Мемуар, chapter 28. Waverly. А это про эту, про... Мы ее убьем, короче, Вейверли эту. Блин, вот я заколебал спойлерить, ненавижу. Ребят, не принимайте близко как бы, просто... У нас будет миссия, где ее надо устранить, и все. После еще двух. Блин, чем дальше, тем больше я спойлерила. Все берем, все мое. Обставлю, по-моему. Ладно, народ, если вы здесь впервые, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Рикард и Вадик. Всем удачи, всем пока. До свидания.